Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня 29 апреля. Сегодня будем разбирать теплицу типа домик, стеклянная, поликарбонатная, и вместо нее строить каплю. Старая теплица 3х6, новая также будет 3х6. Начинаем. Теплицу полностью разобрали, удалили с насиженного места. Вот все, что от нее осталось. Штапики, каркас, стекла. Все поедет на помойку. Сейчас будем строить новую. На месте старой теплицы у нас начала расти новая. Поставили каркас на брусе. Закрепили брус по уровню. Сейчас будем крыть поликарбонатом, зашивать двери и делать форточный блок. Поликарбонат. Закончился монтаж по постройке теплицы капля 3х6. Напомню, строили мы ее вместо старенькой теплицы в форме домика. Размеры те же. Пойдем смотреть. С одного торца у нас разрезная дверь форточка. Сам каркас сделан с профильной трубы 20х40. Покраска полимерно-порошковым способом. Конструкция стоит у нас на брусе 100х100. Брус пропитан антисептиком. Имеется форточный блок 1ШТ с ручным управлением. Поликарбонат у нас с толщиной 4 мм, 0,7 плотность. Также для большей жесткости установлены укоси на диагональке по одной на каждую сторону. Торцы поликарбоната защищены торцевым профилем. Брус закрепили к старому бетонному основанию. А вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!